хотела засвидетельствовать то, что я молилась за сына 22 года. Он уже умирал. Он пробовал все наркотики. Он был наркоманом. И он уже еле ходил. Он вообще уже все. Считайте, что не сегодня, завтра он уже умрет. И я просто отдала Богу. Я сказала: Господь, я уже не в силах. И вот этот пост, который был вечно, я была на воде. И я сказала: Господь, я отдаю своего сына и всех, кто сейчас страдает, наркомане, я отдаю тебе. И вы знаете, мой сын после поста и после того, как я дала обещание открывать реабилитационный центр, мой сын сам пошел в реабилитационный центр. Вы знаете, какая радость еще. Я скажу вам всем, никогда не проходите мимо тех наркоманов, которые упали. Вы знаете, я молилась, может быть, вы знаете, за брата Алексея Шевчука. Я его трижды поднимала, я трижды его тащила. Хотя я общалась в церкви: помогите, где он был, помогите, он хороший парень, он пропадает. Вы знаете, он знает путь, куда идти. Они-то знают путь, но им тяжело подняться, их надо взять за руку, надо по неотступности. Я его тащила, я его заводила, я за него молилась. Это знает брат Олег, он в этом свидетель. И вы знаете, сейчас это просто замечательный лидер. Он открыл реп-центр. И мой сын пошел именно к нему. Понимаете? Я вам скажу, что это слава Божья. Никогда не проходите мимо. Стучите, ищите, просите. Просто берите за руку этих ребят. И какая радость, когда ты видишь эти плоды. Какая радость приходит. Не нужно ничего. А именно, когда вот ты поднял его. Не прошел мимо его. Не важно, какой он, да? Но боритесь за них. Это прекрасные ребята. Прекрасные. И вот это мое свидетельство. Спасибо вам большое за все. И я хочу молиться за всех, кто сейчас пастыря служат во всех странах. И нужно сейчас усилить. Он пошел по всему миру. И чтобы этот дух поднял всех, кто еще разочарован, кому тяжело, во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты прямо сейчас шел Духом Своим по всем странам, по всем городам, где имеются христианские социальные центры. Господь, мы молим и просим Тебя. Господь, Ты сказал, что мы ни в чем не будем нуждаться, Господь. Мы просим, благослови их нежитницевые. Благослови их, когда Иисуса Христа. Благослови, Господь, их не все хитры во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, их не здоровье.